для взрослых, я считаю, что экзамены это такая немножко история, такая уже не актуальна. Вот, поэтому я всегда смотрю на вашу борьбу, на ваши техники в процессе, в тренировочном процессе, как вы посещаете, насколько вы вовлечены, да, в развитие свое, своего джиу-джитсу, своего пути. Вот, поэтому газуем. Братская домашняя атмосфера, чекмат Раша, аттестация. В основном московские филиалы школы присутствуют. Евгения рады видеть. Яркое лицо Большой Фрикс у нас на мероприятии. В целом ситуация есть, вот кто на пятки наступает? Ну да, молодежь подкрадывается. Как то есть да. Уровень все равно растет? Конечно. Как без этого? Мы друг за счет друга сильнее становимся. Или за счет друг друга. Сейчас не придирайтесь к словам, только что зарубились с Артурчиком. А я не снимал. А и не надо было. Пацаны, продается Honda 2007 года. 300 тысяч как пробег. Пробег? 300 тысяч. Цвет? Серебристый. Понял. Все. А так, друзья, сегодня вот у нас аттестация намечается. Я сам себя сделал тренером. Вот. Надеемся на получение большего количества цветных поясов. Денег. Надеемся больше денег. Не на что, видишь, Арсен сам себе страйпы любит. А мы уже отметили. Я зарабатываю таким образом, пацаны. Хвост может, в принципе, смещаться сюда, ну, где-то вот до угла, чтобы мы всех видели. Ну и начнем, я думаю, с вами с синих поясов. Помнишь свой синий пояс? Да. В каком году? Блин, я не помню, но примерно года три я ждал от Дауда синий пояс. Это было очень долго. А с кем вместе отстывался? И было где-то 15 схваток, наверное, жестких с ребятами. С кем вместе отстывался в один день? Помнишь? Рядом. По-моему, нет. Сен раньше получил. Я, по-моему, один получил. Рассказал людям, как он себе полоски вешал? Ну, я снял, да, естественно. Это... Он зафиксировал. Не, ну я заплатил за них. Я реально заплатил. Третьего ждёшь, все нормально. Полоски. Андрюх, сколько раз в год кимоно надеваешь? Ну, вот в этом году это какой раз? Ну, ты сам посчитай. Этот один коричневый пояс на двоих по очереди сейчас. Осипов Артур. Новый цвет пояса, новый дивизион. И надеюсь, что будет минимум травм и максимум удовольствия от вашего пути в джиу-джитсу. Ну как-то так, короче, я не знаю. Артур, снимай ги! Артур, снимай ги!
нас такая жесть происходит? Или у кого-то еще?